Я вот только приехал с соревнования, а до этого месяц назад в Тольятти у нас проходил Приволжский федеральный округ. Это отбор как раз на чемпионат России. Я стал чемпионом Приволжского федерального округа, отобрался в Грозный. Да я сейчас как раз перешел в новую категорию для себя. Я выступал раньше 52 килограмма, а сейчас выступаю в категории до 56 килограмм. Возмужал. Где я могу себе позволить есть, пить. Сейчас вот еще 2 недели подготовки дома. И мы уезжаем с командой Приволжского федерального округа на сборы в Казань. Я сейчас тренируюсь в спортивной школе у себя в городе Новокуйбышевск. Там с молодыми ребятами спаррингуем, стоим в парах, а вот поедем на сборы и будем тренироваться со сборной командой Приволжского округа. Все очень сильные, все конкурентоспособные. Чемпионат России будет в этот раз очень сильный. Призеры, то есть первое, второе, 2 третьих места попадают в основной состав сборной команды России. И на следующий год, получается, это 18-й год, в боксе не будет ни чемпионата Европы, ни чемпионата мира. То есть они просто сформируют команду и будут обкатывать, возить на международные турниры, на сборы.